Всем привет, ребят. Ну что, забрался я на аккаунт. Добрался, точнее, до аккаунта прошлой еженедельки. Дэвин топ. Однозначно. Что у меня там вообще по силе делается? Ой, надо срочно качаться. Догоняет. Так, что у нас сегодня интересного? Аккаунт победителя прошлой еженедельки. Что у него тут вообще? Ну, такое себе. Поехали посмотрим на героя, который у него есть. 61-87. Посмотрим, кого не хватает. Так. Огника, Сурика. Ну, вроде так. Ничего, сейчас посмотрим алтарь. Неплохо. Вот это фактически, ребят, без доната. В английском сервере. Бавашка. Да ладно. Зачем? Отлично. Короче, поехали портить аккаунт. Как обычно. Если вы хотите, чтобы вам точно так же было, участвуйте в еженедельках. И тут каждую неделю я стараюсь регулярно не пропускать. Такс, что у нас интересного есть? А тут у нас куча всего интересного. Сейчас мы заберем такие более-менее интересные плюхи. Как обычно, ребятушки, это админ панелька. Сейчас. Не готовился. Ой, в общем, блин, на английском реально радуют плюшки. С минималкой даже можно получить обалденные вещи. Давай, включайся. Так, что тут интересного есть? Вот это. Вообще реально задки эти. Поехали. Let's go. Посмотрите, ребят, за минималку. Смотрите, насколько аккаунту качух. А у нас еще и места не хватает. Огник, Фрейя. Заберем сейчас еще этого. Я смотрел, у него места не хватает. Не посмотрел. В общем, просто огонь акции. Давайте немножко места добавим. Просто супер. Как по мне, это реально кайф на русском сервере. Вы такого не получите. Так, ну что, поздравляю, у тебя есть Асура.
недостающие герои. Также у тебя есть Огник. Давайте пооткрываем плюшки. Смотрите, сколько плюх. Просто жесть. 30 штук. У нас опять места не хватает. Ну, увеличим сейчас слоты, потому что надо будут слоты. Поехали. Немножко космо получили. Сейчас плюшки для прокачки. Эссо-пакт. Супер. Исцеление. Железка. Еще одно исцеление. Кайф. Короче, куча-куча расходников разных. Грубая сила. Так, ну-ка, три карты. Бигфут, заклинательница и седна. Окей. Такс. Кулаки теперь у него есть. Для прокачки всего. Ну, в общем, ребят, что вам сказать? Так вот живут. Без доната теперь на английском сервере. Такс. Что я хотел. Поехали. Так, ожива однозначно идет вот сюда. Я хотел еще посмотреть по героям, которых мы вытащили. Так. У него вроде все есть эти. Хорошо. Что, поздравляю, Огник у тебя уже собран. Давайте сейчас для Сурика что-то интересное вытащим. Так, каменка. Пятая, восьмая, пятерка. Кстати, надо прокачать сразу ему скины. Немножко мы кагашки потратим, но скины надо прокачать. Куда от этого не денешься. Потом. Такс. И скин на Огника. Потому что это немаловажно. Ну, у него есть скин еще на Асуру, но нам... А, у него скин на Огника уже прокачан. Отлично. Уже максималка. Супер. Так, хорошо, с этим разобрались. Интересно, что у него по осколкам. Собирал какие-то осколки. 72. Ну, и так уже Огника получил. Так, хорошо. Хорошо. Просто жесть. Поехали дальше в алтарь. Такс, ну тут, конечно, печально все с этим. Можно немножко кулаки потратить. Так, отлично, девяточка. Вот тоже хватит на 20 героев. Так, Асурику тоже надо подкачать. Так, на Асурика нам надо выбить талант нормальный. Сейчас пройдемся по талантам. С талантами у него тут, конечно, не ахти. Воронина докачать надо будет. Баст. Лучше сюда каменку поставим. Отжог. Ну, у него родница с ожогом уже есть, поэтому можно. Бег? Да ладно. На рогатку бег. Явно фанат Рылёва, что ли. Так.
Сейчас дойдем до топов. Так, 9-9. Ну, в принципе, я знаю для чего, но это, конечно, жестко. Так, давайте. Давайте топ-талантики нам. Блин, ничего интересного нет. И на дерево ремочку бы словить. Огненка. Ну, в принципе. Это не то. Орка. Ожог. Баст. Вот баст можно, в принципе, поставить как вариант. Неплохо будет. Так, замедление. Его знает с его героями, кому-то то замедление. Стойкость нет. Берс. Бесполезный. Блин, вот реально что-то нефти падают. О, вот это уже получше. Там можно поставить вот сюда для прокачки ему. Хотя у него и так оно прокачается, но мало ли. Захочет книг побольше получить. Их у него хватает, в принципе, должно хватить на прокачку. А, такс. Забрал я немножко у него какашки. Но он меня, надеюсь, простит. Так. Что у нас еще интересного было? Это он прокачает. Талантики он тоже пораставляет сам. Ну-ка, побежали по акциям, посмотрим. Ничего такого интересного нет. Водушка за 10, да ладно. Они загнались немножко. Ну, тут такое все, честно говоря, ничего интересного нет. Ой. Так, ну-ка давайте зайдем еще в скины зданий. Силушка выросла. Сколько у него там силы было? Так, хорошо, с этим разобрались. Так, что я хотел еще посмотреть? Нам бы кагашек надыбать. Нету у нас ничего сегодня интересного на кагашке. Блин, вот классно, вот такой вот пак отсюда тоже можно топовые вещи вытащить. Блин, опять места не хватает, да что такое? Супер! Раскол, обалдеть. Для арки то, что надо. Бугимен. Я говорю, на русском сервере дали вообще расходники ржачно. Изворот. Бравлер, отлично. Капец, ПДшка, обалдеть. Космо, это осколков. Так, ну расходники.
Кстати, на Фрейю скин тоже открыли. Да, у него тут тоже смотрю, что герои прокачаны. Махатма не докачана. Теперь докачана. Атлант, Гаргул. Вот знаете, в чем кайф? То, что за раз слизней взял себе, качал героя на максималку и не парился. То есть с минимальным этим. Ну, уже намного легче качать героев, чем это было раньше. Медузка. Вот посмотрите, сколько героев мы прокачали на максимальный скилл сразу. Реально. Ронина качать смысла нет, душек. Блин, вот просто тупо кайф себе нажал. 23 слизня, и у тебя герой максимальный. Да, ремочка либо жива надо. Ну, в принципе, кулаков хватает, захочет коробки накупит, выбивает. Надо будет еще. Такс. Блин, жесть. Еще и куча остается. Людях однозначно надо качать. Если остальных можно еще подумать. Ну, вот так вот, посмотрите, у нас еще осталось слизней. Насколько там... Куча этих. 12 героев еще слизней осталось. Так, что я хотел еще сделать. Коробочки. Вот у него уже пятый этот стоит на смене. Супер. Ну, он сам, я думаю, что в принципе он огнику, наверное, поставит. Как вариант. Для PvP-локации. Блин, вылетело. Что-то хотел сделать. А, есть 15 монеток. Вот бравлера заберем. Это я хотел сделать. Эмблемка бравлера. А, за 10, за эти 10 штук за 10. Рискнем. Скидочка. А, скидочка себя не оправдала. Чуть-чуть, блин, не хватило. Ладно. Такс. Что у нас еще интересно? Ну, блин, жалко, КГшек нет. Нету сегодня КГшек. Ну, в принципе, думаю, он и так докачает. И сделает там эволюцию. Самое главное, что у него уже вкачанные. По самое не могу. Вот такой вот, ребятушки, трешечок. Пишите комменты, лайки, репостики. Ждем следующей еженедельки. Всем удачи, всем пока.